Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Alismar. И, блин, я забыл, а ну сейчас... Вот так, да? А ну-ка. Да... Да, в принципе, так сойдет, я думаю. У нас, у меня просто херячит музыка, я надеюсь, не очень громко, поэтому проверяю. Окей, мы с вами в прошлой серии открыли эту дверь. Да, мы с ней поговорили, все такое. Теперь у нас получим второй ключ. Хорошо. А везде заперто. А, Алиса? Ах. Так, пригласить поиграть. Хорошо. А, сможешь ли ты открыть шкаф? Так, а ты у нас кто стоять? Можно и нельзя, бла-бла-бла, это одно и то же. Кошкам. Открыть. Плюшевый мишка. Книги с надписью «Матушка Гусыня». Из чего только сделаны мальчики? Из улиток, ракушек и зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожен, из сладостей всевозможных. Вот из чего сделаны девочки. Ага. То есть у нас идет разновидность, да? Этих всяких кусынь. Так, небо красное. Небо кровавое, небо красное. Плюшевый мишка. Ничего неприметного. Внутри множество писем. Прочитать их. Первое письмо. Спасибо тебе за твое письмо. Все ли у тебя в порядке, дочь моя? Тебе не следует слишком заставлять себя, если тебе что-нибудь нужно, пожалуйста, попроси взрослых помочь. Я так обязана тебе, дорогая. Если ты не возражаешь, я бы хотела увидеть тебя снова. Тут еще много места, так что я на этот раз снова загадаю тебе загадку. Это последнее, чем прошлое. А посложнее. Ты думаешь, сможешь решить ее? Сначала среди них только три, но время их уже 7. Потом вскоре единица. Сколько же в конце? А ну-ка, сначала среди них только 3. Но во время их нужно... Но во время их уже 7. Во время. Сначала среди них только 3. Пускай 3, да, будут тут? Во время их уже 7. Потом вскоре 11. Сколько же в конце? Ну, типа, прибавить, да, нужно 15, получается. Только 3, потом у нас прибавились, у нас 7. Нет, это 4 разница. 15, значит, сколько же в конце? 15, да, входит 15. Лучшими пожеланиями, моя дорогая. Так, я сохранюсь на всякий случай, пускай это будет такой моментик, да? Так, прочитать их. Второе письмо. Твой ответ на ту последнюю загадку был верным. Я впечатлена. Ну, у нас с вами 15, да? Да, 6. Потому что в конце 6 букв. Ах, ты еще раз это сделала. Понятно. Я не смогла бы решить ее сама. Возможно, я слишком прагматичным. В последнее время я слышала такие ужасные новости. Будь осторожна, когда выходишь из дома, хорошо? Со сменой времени года становится прохладно. Убедись, что не подхватишь простуду. А теперь другая загадка. Так, встанешь, и он станет ниже. А сядешь, и он станет выше. Что это могло быть? По сути, если так подумать, да? Типа, ты встанешь... Он станет ниже. Сядешь выше. По сути, скорее всего, это относится к тени. Я думаю, что это тень. Потому что, когда, ну, допустим, вот мы сядем, да, тень, типа, она становится длиннее. А если мы встанем, она короче становится. Позаботься о себе. И что за ответ? Возможно, это было слишком сложное. Ответ – потолок. Он ниже, когда встаешь, но выше, когда сидишь.
Мы так долго не виделись. Последний раз я приходила, когда ты была маленькой, так что, возможно, ты не помнишь. Так что в следующий раз давай поговорим вживую. Я тогда также расскажу тебе множество загадок. С нетерпением жду этого. Я знаю, что смогу прийти. Окей. Милая картинка. Сохранить. Я почему думал, что тень, во-первых. Но если нет, окей. Так. Украшение украшениями. Одеждой. Поговорить. Она типа удивилась. А Алан? Ох, ты напугал меня. Ты знаешь, где это? Сон, хорошо. Ладно, спасибо. Прости, я не очень хорошо разговариваю с другими. Но я ненавижу это. Правда. Было страшно быть одной. Но я успокоилась немного. Ты пойдешь со мной? Хорошо? Тебе хочется это? Это просто чистый лист бумаги. Ну, хорошо. Вот. Получен кусочек страницы из блокнота. У моей мамы очень слабое тело. Так что, занимаясь готовкой, стиркой и другой работой по дому вместо нее. А моего отца подолгу нет дома. Иногда он приносит домой волка или оленя. Значит, он охотник. Я хочу пойти в школу, но я люблю маму. Поэтому навсегда останусь дома с ней. Мама всегда лежит в постели, говоря «прости, прости меня». Ее голос звучит так, как будто он почти исчез. Так, ну это понятно, что она больна. Лекарство трех цветов. Так. Сохраняем моменты. А тут у нас что? Да, конечно, выглядит крепкими. Они пахнут как лес. Оружие, да? Заперто. Не открывается? Это странно. Что же нам делать? Ну, искать ключ. Вкусно пахнет. Раковина. Холодно. Окей. Так. Письма это было. Оставить их. Опа. Потому что он пушистый и теплый. Типа, ей нравятся мишки. Она говорит. О, мышь появилась. Доброго дня. Я сейчас действительно голоден. Ох. Если тебе нужно лекарство, то какое-то есть в соседней комнате. Взял мозг потешить себе. Но лекарство от живота для начала нужно намешать. Что там было-то? Так, первый цвет идет, второй цвет уступает, третий цвет останавливает. Первый цвет идет, второй цвет уступает. Вот что сказала бабушка, и это означает что-то. Но она сказала, что оно взорвется, если я его испорчу, поэтому мне следует держаться подальше. Ты хочешь попробовать? Ну, пойдемте попробуем, я не знаю. Идти. Блин, поехали. Лекарство трех цветов. Это здесь. Тебе придется смешать лекарства в этом порядке, про который я сказала ранее. Ты правда сделаешь это? Если ты перепутаешь, оно взорвется. Давайте сделаем это. Будь осторожен. Какой цвет вы будете смешивать? Ага. Зеленый, желтый, красный. То есть это у нас светофор. Первый был зеленый, то есть идти. Какой следующий? Потом отступить. Это красный. Каев. Конец игры. Я взорвался. Я просто взорвался. Ага, все, я понял. Так, заперто, она удивляется, да, хорошо. Она говорит про мишек. Да-да-да, пропускаем. Отлично, побежали. Да-да, хорошо, начали. Зеленый, желтый, красный.
Оно не взорвалось? Фух, все должно быть в порядке. Это лекарство должно работать, я так думаю. Получено лекарство. Так, сохраняемся. Так, вещи. Лекарство. Лекарство для живота. Животины, хотел сказать. Потому что подумал о мыши. Ох. Мы принесли лекарство. Спасибо. Ах, гораздо лучше. Я чувствую себя прекрасно. Хорошо, мне не нужно это, так что возьмите. Получен кусочек страницы из блокнота. Моя бабушка в лесу зарабатывала себе на жизнь, делая лекарства. Когда у моей мамы закончилось лекарство, я шла в дом бабушки. Однажды мама сказала мне пойти туда, как и всегда. Сегодня она также захотела дать мне гостинец, так как она была в долгу перед ней. Здесь полно вина и сыра, но не ешь, это по дороге. И как я всегда говорю тебе, не сворачивай с тропинки, потому что там страшный волк. Я ответила, что сделаю то, что она мне сказала, и покинула дом. Пока я шла через лес, я нашла прекрасный цветочный сад. Двери открылись. Побежали. Открыто? Так, сохраняемся, да? Да. Так, вижу осколок. Подобрать. Скорее всего, это осколки нашей памяти, ребята. Чучел. Не взаимодействует. Так, пахнет землей. Да ну нафиг. Ладно, мы снаружи. Но что теперь? О! Точно! До того, как ты пришел, Аллен, я видела учителя. Он сказал никуда не ходить. Но я нарушила свое обещание. Следует ли нам поискать его? Ладно, давай пойдем в дом бабушки. О, подожди. Может, мы соберем немного цветов? Так, собрать несколько. Получен цветок. Спасибо, я люблю здешние цветы. По правде говоря, мне говорили не собирать их. Но это просто сон, так что можно. Пойдем к бабушке. Это по прямой отсюда. Кошатина все еще в Тетрис, да, играет. А, я больше не могу, да, собирать. Хорошо, поехали дальше. Короче, на каждом переходе давайте будем сохраняться на всякий случай. Вдруг что? Так, там прохода нету, да? Значит, нужно по прямой. А? Нет моста? Что теперь? Мы не можем попасть к бабушке. О, у меня кружится голова. Проблемы? Привет, Алиса и Алиса. Не пяльтесь так на меня, это смертельно, но вы знаете? Просто шучу, не сердитесь. Так что вы хотели пересечь реку? Я перенесу вас. Без шуток. Но не просто так. Просто маленькая игра. Любите их, не так ли? А как вы можете видеть, у меня здесь волк, овца и капуста. Вы хотите перевести на нашей лодке? Вы хотите перевести на нашей лодке? Используйте свое воображение всех их на другой берег. Кроме того, есть парочка условий. Первое, вы можете перевести в лодке только одну вещь за раз. Второе, если вы оставите овцу одну капустой, овца съест ее. Третье, оставите волка одного с овцой, и волк сожрет ее. Это правило. А теперь какое минимальное число раз вы должны пересечь реку? Скажите мне, когда получите ответ. Получите правильный, и я перенесу вас на другой берег. Кроме того, да, только как и в правилах миров Алисы, у вас только 3 попытки. Ошибетесь в третий раз, и это конец друг. О, отличненько. Закрутились шестеренки. Так, окей. Гав. Он потрепанный и теплый. Би. Овечка вся белая и пушистая, и голодная. Хром-хром. Говорит капуста. Бля, окей. Окей, окей. А, минимально, да? Ну, короче, это, знаете, головоломка типа тоже
Я знаю, я ее слышал. Поэтому, я думаю, не будет у нас труда. Первым делом мы отвезем овцу, да? Потому что нельзя оставлять с капустой овцу. Ну, если бы мы волка бы перевезли. Если бы я капусту перевез, тогда волк бы сожрал овцу. То есть мы перевозим сначала туда овцу. Потом мы берем оттуда. Ну, короче, мы перевезли на другой берег. Это у нас раз. Потом мы с вами приезжаем обратно, берем капусту. Это два. Уезжаем туда. Потом. Так, где я там остановился? Ну, короче, берем сначала мы овцу, отвозим. Потом это раз. Потом приезжаем обратно, это два. Берем капусту. Едем обратно. Это три. Ставим капусту, берем овцу, едем обратно. Это четыре. Волка берем или едем туда. Это пять, шесть, семь. Короче, за семь шагов. Так, получилось? Скажите мне ваш ответ. Просто число, пожалуйста. Еще что-нибудь, и я засчитаю ответ как неправильный. 7. Ого, вы правы. Отлично, теперь я удалюсь с вашего пути. Обещание есть обещание. Закройте свои глаза. Так, взгляди... Как? Выглядит как другой берег. Ты заметил обрывок в своей руке? Так, подождите, мне нужно, короче, сейчас... Отойти, дверь закрыть, а то холодно. Так, все. Продолжить. Получен кусочек страницы из блокнота. Так, не сворачивай с тропинки. Предупреждала я сама себя. Но я была уверена, что бабушка была бы рада, если бы я смогла бы принести немного цветов и ей тоже. Так что я сорвала один и два цветка. Тогда мужчина подошел ко мне и спросил, знаю ли я создателя лекарств. Он должен быть, имел в виду бабушку. Я сказала ему, что тоже собираюсь туда, так что он может пойти со мной. Мужчина улыбнулся и помог мне собрать цветы. Тогда мы взялись за руки и пошли к дому бабушки. Я немного держалась за руки с отцом, так что это было своего рода новое ощущение. А, немножко... Ты застыл. Что-то не так? Это прямо здесь, дом бабушки. Пойдем. Интересно, в порядке ли мама? Она всегда болеет, но бабушка говорит, что ей станет лучше. Когда-нибудь. Она не проснется и никогда не заговорит со мной снова. Когда я думаю об этом, я много плачу. Отец весь красный, это пугает. Так, знаете, это... Аллен, есть ли кто-то, кого ты хочешь защитить? Не уверен. Ох, ты потерял свои воспоминания, да, Аллен? Я не имею в виду... Прости. Пойдем. Становится немного прохладно. И здесь по-своему страшно. Так, сохраняемся. Знаете, мне кажется, здесь немного... Вначале было педофилии. Но это не точно. Ой, мышку нужно убрать. А теперь мы идем... Так, сорвать. Цветы орут, когда я их срываю. Вау. Давайте все сорвем. Что-то щучелом не так. Это... Не трогай это. Ох, прости. Что это со мной? Странные деревья. Ладно, пойдемте. А? Закрыто? После того, как мы так далеко зашли? Что теперь, Аллен? О, мышка. О, и чего вы хотите? Дверь заперта, да? Это определенно странно. Учитывая то, что в этом доме даже нет замка. Ха-ха. А, ладно. Однако есть способ. Но видите ли, ее писклявость, я в данный момент
хотя цветочек. Практически я жить не могу без него. Принесете мне один, не так ли? Что это за цветок? Ой-ой, какой тоненький странный голосок у тебя. Ахаха. Охо, я скажу только один раз. Так что слушайте. Когда она красная, она страстная. Когда она белая, она дает чистую... Что там? Когда она синяя, она вечно преданная. Синяя. Красная. Но когда она желтая, она глубоко завистливая. Ах, и последняя вещь. Ее очень часто путают с другими. Но в отличие от того другого цветка, она никогда не вредит людям. Так что не сделайте такой ошибки. Хорошо, идите, принесите мне неправильный, и я буду должен вас съесть. Ранее мы собирали немного цветов. Здесь букет. Так, типа я разберу их. Так, тогда сохраняемся. О, принес ее? Тогда быстрей. Ее пикс-клявость приказывает. Которая? Так, тюльпан, маргаритка, роза, анютины глазки, гвоздика. Гвоздика, роза у нас минус, потому что они шипастые, по сути. Тюльпан красивая. Тоже. Маргаритка. Блин. Анютины глазки, я вот не знаю, как это выглядит. Давай анютины глазки. Нет, это не так просто будет сделать. Господи, будьте серьезны со мной. Вот. Думаю, это было неверно. Хорошо, давайте тогда из маргаритка. Нет, это не так просто будет сделать. Господи, будьте серьезны с... И что у нас остается? Гвоздика. Тюльпан у нас не наносит урон. Уф. Я не могу больше терпеть. Я так голодна. Я победую тобой. А меня съела мышь. Мы получили концовку. Только, блин, тут видите, концовок типа не показывает, что это концовка та или иная. Ну давай. В принципе, здесь только по выбору, да? Роза, ну роза наносит урон. Маргаритка. Гвоздика. Ну и ну. Так вы действительно принесли ее? Подожди, так это ж не с... Ладно. Ах, я так рада. Наконец-то я могу поесть. Ах, она съела ее. Ого, очень вкусно, правда, лучше их... Лучше из лучших. А, да-да. Что-то, чтобы открыть дверь. Держите. Получен топор. Да, держи это у себя. Он слишком тяжелый для меня. Он по-своему мощный, но это должно сработать. Ты там подожди чуток, также это возьми. Только для тебя. Члены королевской семьи не нуждаются в этом. Получен кусочек страницы с блокнотом. Мы добрались до дома бабушки, и бабушка помахала рукой, приветствуя меня. Мужчина также слегка поклонился. Лекарство было в обычном месте. Я пошла забрать мамино лекарство из задней комнаты. Только тогда я услышала громкий звук. Там я увидела... Я увидела, как волк ест мою бабушку. Потом он засунул много лекарств в сумку. Тогда он заметил меня и начал подходить ко мне. Подождите, волк это имеет в виду мужика вот этого? Тогда эта история немного у нас идет про красную шапочку. Прошу. Алан, ты такой замечательный. Пахнет горько. Так, книжка о надписи «Матушка Гусыня». Плачь, плачь, бе-бе-бе. Плачь, плачь, бе-бе-бе. Засунь палец в глаз себе и ни слова своей маме обо мне. Так, сохраняем это все дело, как обычно. Давайте тогда сюда, да? Ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Пусто. Много маленьких заметок и всего такого. Ай!
Будь осторожна с этой разбитой бутылкой. Ты не поранился? Отлично, это хорошо. Старый потрёпанный стол. Ай! Так это было стоять? Так, подобрать кусок воспоминания. Беспорядок. Беспорядок. А я могу выйти из дому? Могу выйти, хорошо. Что это у нас лежит? Ключ. Оставить. А ну. Бабушка? Не, не отвечает. Я тебе говорю, что это уже не твоя бабушка. Бля, это релиз, сказка у нас про эту. Ключ, ключ мира получен. Итак, я думаю, мы не нашли учителя. И вещи здесь какие-то странные, и пахнет плохо. Эй, как очнусь? Так, как очнусь от этого сна? Ясно. Бля, это, знаете, релиз, сказка про красную шапочку. Это шло из другой комнаты. Я не хочу, я не сдвинусь с этого места. Хорошо, ну, не уходи. Не оставляй меня. Пожалуйста. Так, окей, сохраняемся. Чувствую, сейчас будет жопа мне. Ну, это подойти нужно, да? Нет! Ты не бабушка! Проснись, проснись! Правильно, это просто сон! Я не хочу видеть это, только не снова! Я не хочу делать это опять! И имею в виду это! Прости меня! Прости меня! Так, перехватить, использовать топор. Она в крови. Отец! Красный! Красный цвет! Ненавижу его! Стой! Я закрываю мои глаза, поэтому я не могу видеть. Держи мою руку. Мой... Подожди. Получен кусочек страницы, то есть это ее отец был? Или как, я немного не понимаю. Я не могу смотреть людям в глаза. Я боюсь держать их за руку. Это заставляет меня вспоминать это. Если бы только я не сорвала эти цветы и не встретила его. И не держала его за руку. Много крови вытекло. Это пахло действительно ужасно. Учитель, я все еще немного боюсь, но я в каком-то роде в порядке. Учитель, я еще не могу. Так, те глаза были. Помогите мне. Слова ближе к концу слишком размытые, чтобы прочесть их. Окей. Допустим. С возвращением. Я говорил с улыбкой, но похоже тебе довольно неловко, судя по твоему лицу. А ну, в конце концов, похоже, ты благополучно вернул ключ. Хорошая работа. Тогда ладно, я заберу все вещи из твоего мира. И сложу вместо те страницы, вот прошу, получен алый блокнот. А теперь я открою дверь в следующий мир. Я еще раз благодарю тебя. А, полагаюсь на тебя. Ну, как вы поняли, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока.